В тундре охотники и оленеводы должны быть быстрыми и меткими, выносливыми. Истоки традиционных видов спорта происходят из повседневных занятий. Погоня за добычей, долгих переходах со стадом оленей, схватках с хищником и неприятелем. И, конечно же, охота на морского зверя, которая требует от мужчины силы ног, рук и спины. Для этого и появилось традиционное состязание в перетягивании палки. Говорунье. Come here.
Веселые бубнисты.